Воробьев играет. Ковылин играет, Чубрих играет. А вот где Балалай? Кто же победит, женщина или мужчина в этом неравном бою? Она за столом. По... По-моему, да. 6. Запиши 17. Да. У нас прям надолго, оказывается. Так что придется Сереге сломать ногу. Что, второй этап? Нет, первый. Первый этап. Сейчас, сейчас пойдем на второй. Отойдите, пожалуйста, от стола. Это очень легендарное сейчас событие. Мы реально играем пинг-понг на FDS Universe. Вот, Борис у нас судит, это я просто не мега. Я организатор. Он организует, распределяет деньги. Я это, кошелек. Да. Но... Заветные бумажки держу, еще никто. У меня есть, у меня есть симпатичный ассистент, который да, Андрюша, помогает, без Андрюша вообще никак. Самые заветные бумажки. Да. А, крутяк. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я что-то перепил, я уже не успеваю за Сариком. О, сейчас мы... Спортивная съемка, как обычно. Ну что, вы уже определили победителя, да? Все? Конечно. Вы уже знаете? Они даже поделили. Это что, уже все? А, вон она такая. Илья, что скажете, как вам чемпионат мира? Я не знаю, я на чемпионате мира не был. Чемпионат комнаты только есть. Чемпионат мира меня не берут. Не-не, это чемпионат мира по сапру пинг-понгу, видишь? Я допинг люблю, меня не берут. А, понятно. Он мне дороже, допинг. Допинг не дороже, чем пинг-понг. Там все есть? Конечно. Крупным планом прям по фейсам прошел. Как спортивная съемка делается, так же вот. Все как полагается. Ну тогда я как бы специально так и сделал, чтобы так вот прям. Красивые девочки, 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 Маша, все, радуйся. Все, классно.